Всем привет с Алтая. У нас резко похолодало после жары 30-градусной. В эту жару я убирала картофель. Но я, вы знаете, хорошо, что я убрала его, потому что после этого был дождь, а картофель и так был влажный, поэтому хорошо, что я все это сделала. Что я буду делать сейчас? Я сейчас в эти грядки после картофеля буду сеять сидират. Вот здесь я еще сено не убрала. Я сейчас уберу. И у меня получается, что три грядки я сейчас буду засевать сидиратом. Погода вроде нормальная будет. Это просто сегодня что-то похолодало. Значит, какой я буду использовать сидират? Вот я купила в Леруа вот такой овес яровой. Я, значит, такую информацию собрала, что после картофеля желательно посеять именно этот сидират, потому что он очень прекрасно восстанавливает почву. А, значит, сейчас я вам прочитаю. Сплошной посев способствует снижению численности нематод, раскисляет почву, обогащает лечебной микрофлорой, подавляет сорную растительность. И осенью вот тут... Время посева указано осенью после уборки урожая. Сеять в разброс с последующим заделыванием семян граблями. После отрастания зеленой массы участок перепахать. Ну, вот этим я сейчас и займусь, быстренько посею. И пойду дальше делать другие работы. Вот так выглядит. Ну, как обычно, овес выглядит. Думаю, этого количества мне должно хватить на три грядки. Потому что после томатов я буду другое удобрение, сидират другое применять. Это я буду именно после картофеля. Ну все, приступаю к работе. Ну все, друзья, работу сделала, как могла заделала. Вы знаете, очень трудно заделаться в почву овес. Вот полила, и он как будто бы весь на поверхности. Вот вторая грядка. И вот третья грядка. Вот эта грядка вообще почему-то у нас такая широкая получилась. Не знаю почему. Ну, в общем, будем переделывать. Решили с мужем переделать грядки. Опять мы будем сюда садить, я буду клубнику делать здесь. Ей, мне понравилось здесь больше всех, когда она была. Вот. Поэтому я вот эту поросль всю оставила. Я ее сейчас, наверное, пересаживать осенью не буду. Пускай она укореняется. Я ее откреплю, значит, от материнского куста, чтобы она была самостоятельной единичкой. И все, и по весне... Будем, это муж переделает грядки, то есть он уменьшит размер,
увеличит проходы, потому что, чтобы можно было комфортно работать. Немножко грядки, конечно, повывалились, вот особенно вот эта грядка. Видите, вот там в конце, если вам видно, она аж прям вот так, земля ее наклонила. Ну, земля движется, это понятно все. У меня соседушка косит траву, включила. Ну, в общем, вот как-то так, друзья. Все, сидираты посеяны, оздоравливайся, земелька. И радуй нас урожаем. А я пошла на обед. Всем пока!